Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить легендарного вора. Итак, золотое издание. Итак, мы с вами пробрались на второй этаж. На первом этаже вроде как, кроме главного холла, мы вроде все осмотрели. Чтобы попасть в главный холл, нужно, наверное, уничтожить сначала лучников. Вот, которые там мешают. Окей, а здесь вы написали в комментах, что есть у Гаррета он может красться. Вот, в принципе, эта кнопка красться. Окей, нормально. Так, давай. Здесь у нас охрана. Окей. Так, я думаю, наверное, попробовать найти лучников, снайперов, так сказать, тех времен. Так, это у нас выход, понятно, это на первый этаж, обратно выход. Начинаю опять бегать, блуждать. Окей. Так, там ходит. Здесь я был. Здесь вроде ни черта нет. Значит, наверное, я либо был, либо... Да, я был. Вот у нас. Метка, что я здесь был. Так. Где моя дубинка? Пройдемся здесь. Я так предполагаю, что здесь будет круговая такая дорога. Здесь он меня не увидит, хватит, наверное. Дергаться. Ну где ты там? Или он чисто... А, он чуть-чуть сюда заходит и все. Надо его как-то вырубить, чтобы он не мешал. Так, это выход на улицу. Окно на... Бляха, 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 бляха. Как мне сейчас повезло-то? Как мне сейчас повезло-то? Так, ладно, это я заберу. Это я заберу с собой. Так, полежи здесь. Стерчик. Здесь нет ничего. Может, какие-нибудь рычаги, не знаю. Потому что вы говорили. Так, стой. Я сейчас вырублю свет. Ну, лучнику похер, походу. Так, главное, чтобы он вниз не упал. То разобьется. Так, окей. Здесь, в принципе, можно его и оставить. И второго тоже сейчас туда перенесу, потому что здесь у нас свет. Так, минус один лучник, хорошо. Теперь нужно добраться до второго. Там тоже ходит охранник. Помимо лучника. Так, здесь что? Здесь никто. Здесь спальные места, смотри. О! Батончик. Можно захавать, кстати. Так, пусто. Морковка. Бляха, они хранят, короче, у себя возле кровати, короче, батон и морковку. О, денежки, хорошо. Вот это другое дело. Просто голодяи, знаешь, такие. Любят ночью пожрать. Чтобы к холодильнику не бегать. А в те времена же были холодильники, да? Или они за форточку? Опа. Это спуск вообще вниз. Погоди, а это может быть спуск к той комнате? Ладно, я сейчас вырублю. Тихо. Так, а это, наверное... Да, здесь лучник стоит. Так, надо подождать, пока этот упырь сюда подойдет. Он сюда заходит, интересно? Эй!
Просто в упор. Прикинь, ты идешь такое, и тебе в упор лицо такое с дубинкой вылазит. Жесть. Так, ладно, ты здесь полежи пока. Делаем все то же самое, что и с прошлым. Оп. Бляха, а этот, смотри, чуткий. Он вроде это. Нет, 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 ты только не падай! Так, как тебя забрать-то? Отлично. Фу, повезло, бляха. Просто повезло. Здесь полежит. Так, окей, лучника все, мы с лучниками разобрались. Что у нас здесь, нет ничего? Теперь можно там в главный холл, кстати, пройти. Будет. Так, что здесь? Так, ящик, хорошо, денежки. Шикарно, денежки мы любим. Денежки мы любим. Ну, в принципе, смотри, в принципе, пока справляемся на ура. Пока у нас все хорошо. Так, ага, еще один здесь. А здесь я, наверное, был. Я делаю круг, короче, уже. Так, он, наверное, пойдет сюда. Погоди, нет. Он уходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Успел. Последний раз подскакиваю с места за крысой. Он сейчас пойдет, короче. А, нет, он сюда идет. Шлепс. Все, отлично. Я почему-то думал, что он пойдет, короче, в это. Где. Где сад? Туда пойдет. Так, погоди, здесь что? Здесь у нас проход. Ага, понятно. На первый этаж. Так, главный холл у нас открыт. Теперь можно, короче, туда пройти будет, посмотреть на первый этаж, да? Здесь, походу... Так. А, я понял. Бляха, они здесь патрулировали, оказывается, сюда. Хорошо, что меня не заметили. Так. Здесь есть кто? Так, меч. Смотри, какие статуи, да? Так. Здесь еще проходы. Здесь проходы. Опа! А вот секретик. Интересно. И куда же это ведет? Бля, ты смотри. Я что-то видел. А-а-а. Погоди, это главный холл. Или нет? Есть там кто? Кажется, нет, никто. Нет. Кто там шумит? Так, ну это мне ничего не дало. Так. Ну здесь, смотри, ходов, проходы есть. Можно еще и с первого этажа, наверное, сюда пройти. Так, окей, ладно. Здесь я не буду тогда мучиться. Мы пройдем через первый этаж. Так, окей, а это что? Ага. Непонятно. Окей. Так, это что? А, ну это как раз вот сюда. Хорошо. А, это этот. Понятно, бассейн. Так, это с другой стороны мы пришли. Пусто. Да.
Пусто. Окей. Пока все гладенько, все отлично. Так, где мы еще не были? Так, здесь мы были, да? Ага, здесь мы были. Так, вон в той двери мы не были еще. Давай-ка сюда зайдем. Так, здесь мы все читали. Да, ага, ага, ага. Ну, понятно. Этот день двигается? Нет, тебе показалось. Ты слишком много выпил кофе, как говорите. Так. Хватит дергаться по пустякам. Опа, ключик. Ништяк. От чего-то ключ. Все очень как-то быстро, да, проходится. И даже пока... Опа, еще один. Пока не ощущается, что это... Кажется, все тихо. Так, погоди, нет. Не надо... От этого избавиться, чувака. Пока, знаешь, все пока гладенько, пока не ощущается, что это эксперт. Я думаю, это только первое задание, поэтому... Кажется, я что-то слышал. Так, второй ключ. Я так полагаю, это два одинаковых ключа. Все, лежите здесь. А мы пока здесь взглянем, что у нас здесь. Ага, это покои, наверное, этого лорда Баффарда. Здесь по-любому что-то интересное должно быть. Так, корона. О! Я же говорю. Так. Что у нас здесь? Нет никакой ниши. А вот эти Б можно захерачить? Нет. Так, у нас еще мы видели спуск в подвал. Я так полагаю, это спуск. У нас там... Здесь какой-то бассейн. Погоди. Ага. Я думал, это другой... Ну... Короче, ладно. Забейте. Это мысли вслух. Так. Здесь еще спуск вниз. Ты смотри. Ты посмотри. Ходов. Окей. Так, здесь две комнаты. Тут еще комнаты. Ладно, давай пойдем по порядку. Так. Порча имущества. Опа, закрыто. Так, у нас есть ключ. У нас есть два ключа. Так, золотой. Отлично. Что у нас здесь? Ага, это главный холл. Нет? Это вон там... Блеха. Это вон там, вот наверху я был. Теперь вроде тихо. Ну ладно. Так, надо как-то по коврам. Ну отвернись, ты чё? Так и будет стоять там? Блеха, ну он меня видит, наверное. Хотя, если бы он меня видел, то он бы, наверное, согрелся. Так, а в какую сторону он сейчас? В какую сторону он сейчас повернет? Меня напрягает вот этот вот факел, он меня просто выдает. Так, у меня две стрелы, короче, водяные осталось. Кто там? Кто это? Тихо, 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 тихо. Чужак! Да в смысле? Да уйди! В смысле? Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Закрой дверь.
Бегом, бегом. Блёха, какой? Уйди. Жесть, куда прятаться? Мне нужна тень. Мне нужна тень. О, здесь тупик. А, нет, не тупик. Все хорошо, мне нужно в тень. Ты труп, приятель. Я знаю. Да блёха! Какой, а? Жесть, отвали, отвали. Я сейчас заблужусь, я, короче... Опа, а здесь я был, что ли? А-а-а! Тихо. Я обратно на первый этаж прибежал. Иди нахер от меня, отвали. Чё такой приставучий-то, падла? Не догонишь ты меня. Так, стоп, у меня есть... это... бомба. Две штуки. Ну-ка, как сработаем? А я сам ни хера не вижу теперь. Три ключа. Это три одинаковых ключа. Так, он в темноте как раз. Ну ладно, пускай лежит. Окей. Жесть. Так. Открыли здесь дверь. Убежали здесь. Теперь надо найти то место. Так, я, по-моему, пробежал вот здесь. Ага. Так, бежал вот отсюда, да, я, наверное, закрыл дверь. Здесь вот закрыл дверь. Да. Так. Все, вернулись. Все тихо. Никто не бежит. Жесть. Смотри, тронный зал. Тронная зала. Какая патетика. Ну вот. О, да ладно. А я думал, скипетр в каком-то этом будет. В каком-то сундуке. Что, не достать? Все дело сделано. Так, окей, а погоди, мы нашли все, что... Мы все выполнили, но мы не все облазили здесь. Давайте перед тем, как уходить, короче, мы с вами посмотрим те двери, которые мы не заходили. Так, ладно, вот сюда вот мы еще не заходили. Погоди. А здесь же с этой стороны тоже какой-то проход, да, есть? А-а-а, я понял. Вон, давай откроем, чтобы глаза не мозолило. А я думал, там, помнишь, мы книжку читали, там, типа, ящик с двойным дном, там, знаешь. Я думал, там находится скипетр. Так, так. Ну, побольше всяких безделушек найдем, для нас же лучше. Смотри, дымоход. А, я думал, можно по дымоходу спуститься, залезть. Вот эта вот штука, она тоже, наверное, из какого-нибудь... Это же не ковер. Из какого-нибудь тоже, типа золотишка или чего-то там такого. Ну, хотя на медь похоже, да? Чисто ее стащить, короче. Да. Картины прикольные, но некоторые бывают такие прям ужасающие. Так, что здесь? Вот смотри, ты посмотри только вот на эту картину. Смотри, какой-то демон. Крылатый. А здесь вообще, смотри, какая-то смерть косой, что ли. Так, ну смотри, мы сделали круг. Окей, мы сделали круг. Но там, короче, есть еще... погоди. Спуск вниз мы видели же. Давай-ка туда спустимся. Я хочу попасть в ту комнату, которая была в подвале. В принципе, здесь мы, наверное, закончили, да, все, на втором этаже. Как бы так-то.
посудить. Так, вот здесь. Либо вот это вот ведет туда, в комнату, да? Либо та, помнишь, первый спуск, который мы нашли новый. Так, что здесь? Леха. Давай, прям лестница такая. Жесть. Да, во, отлично, сразу с первого раза нашли, окей. А вон там как раз и выход. Ну, выйти можно. Так, окей. Что у нас здесь, почитаем за чтиво. 3, 24, 34. 2342 игорные залы, солнечная ярмарка. 734% выплаты, солнечная ярмарка. Минус 461 Рамира, солнечная ярмарка. Так, покупки девочек, солнечная ярмарка. Игорные залы, выручка дилера Darkbone, процентная выплата Darkbone, Арамирес Darkbone, игорные залы спиртное Фэндон, процентные выплаты Фэндон, Рамирес Фэндон. Короче, это у нас какие-то подсчеты ведет, да, финансовые баффер здесь. И Рамирес, смотри, выручка, процент Рамирес, игорные, понятно. Ага, и горные залы. Так, подарки солнечному стражнику. Угу. Подарки. Ну, понятно. Да что за дьявольщина творится с Дрэгбоуном? Даже если Джинни кроет себе денежку, ему стоило быть с этим аккуратней. Если через неделю ситуация не переменится, к лучшему представлю это Рамирезу как срыв работы. А, типа, кто-то деньги, что ли, себе в кармашек или... на какие-то свои нужды тратит. Поищу ключ. Четвертый. Четыре одинаковых ключа, ты прикинь. Нормуль. Это говорит о том, что здесь можно по-разному все это пройти. Так, отправимся, короче, сейчас ко второму спуску. Так, а где мы его видели? Так, погоди. Мы видели его... так, мы пришли вот отсюда. Здесь все, да, получается? Здесь же все. Так, там тронный зал, да? Окей. Возможно, я упущу какие-то секреты или, знаете... Потому что, ну... Я не настрою, ну не то, что, как бы, я не стремлюсь пройти игру на 100%, там, знаешь. Мы играем, как пройдется, так пройдется. Ну, главное, чисто атмосфера и приятное времяпровождение. Погоди, вот здесь мы не были. Так, здесь еще кто-то есть. Из стражников, получается. Я слышал кого-то. Так, а это что, не режется, что ли? Странно. Окей. Может, посильнее надо? Нет? Ладно, не режется, так не режется. Так, окей, влево, вправо. Еще вот здесь есть. А, погоди. А вот и это главный вход. Окей. Так, ну там стража целая куча. У главного входа там стражи много. Поэтому, ладно. Так, здесь что? А, здесь мы... В смысле? Погоди. А как так? Мы, главное, вот здесь были. Но сюда не заходили. Ха, прикольно. Так, ладно. Ну, в принципе, тогда все. Так-то, если посудить. Сейчас с той стороны еще посмотрю, что есть. Да, дверь открыта. Мы, оказывается, здесь были. Только как-то я упустил момент с этим... С
главным холлом. Все тогда, да, у нас выполнил, никого не убивай, возвращайся на улицу города. Вы говорили то, что если я что-то не выполню, меня как бы, ну, не выпустит игра с поместья там. Вот. Так что... Все, да? Все, миссия обройдена, друзья. Окей, отлично, отлично. А, поместье лорда Баффарда, окей, все у нас выполнено, все у нас хорошо. Статистика, смотри, здесь можно еще... А, да, мы знаем, что можно статистику. Так, общее время мы убили на миссию час. Где-то примерно час там копейками. Так, найдено 1129, добычи из 1429. Что-то пропустили где-то. Так, обчищено карманов 4 из 4, правильно, все отлично. Ударов со спины 0. Я ни разу, что ли, ударов со спины... Оглушено 19. Ударов со спины я ни разу не нанес, что ли? Вроде наносил, да? Так, нанесено урона 42, получено урона 0, извлечено 0. Убито безоружных нет, других убито... В смысле, убито... А кого 4? А, пауков, наверное, да, я убил 4. Найден... Смотри, и два тела еще нашли. Ну, как бы это не повлияло на... На задание, короче, мы ничего не провалили. Окей, друзья, к следующему делу перейдем уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Комментируем, с вами был Валерий. Всем пока.